злой. Привет. Сегодня злой просто сидел в компьютере и смотрел прошлые выпуски своего телешоу. Но его компьютер взломали. Поэтому сегодня Клей решил пойти на путь добра и стать антивирусом. Ты готов, Клей? Погнали. О, здесь круто. Как видишь, Клей, система зеленая, а значит, она уже заряжена каким-то вирусом. Клей, первый вирус, с которым ты должен справиться, это Троян. Троян это представляет собой вредоносную программу самокопирующегося типа собственными или встраиваемыми в другие приложения исполняемыми кодами, которые несут достаточно серьезную угрозу любой компьютерной или мобильной системе. В большинстве своем наибольшему поражению подтверждены системы Windows и Android. До недавнего времени считалось, что такие вирусы на Unix-подобные операционки не действуют. Однако буквально недавно назад недавно вирусом были атакованы и яблочные мобильные гаджеты. Считается, что угрозу представляет именно Троян. Что такое этот вирус, мы сейчас и посмотрим. Конечно, несмотря на всю опасность, вирус Троян можно уничтожить, но это не так уж и просто сделать, Клей. Это просто изи. Нет, не изи, Клей. Ведь Троян может создать копии себя. Этот Троян повсюду! Клей, его можно уничтожить в некоторых случаях, обезвредив, найти и обезвредив тело. И кажется, тебе повезло. Просто убей этих двух клонов и не дай им создать новых. Что, будете знать, как мой компьютер вирусами заражать, а? Трояны. Следующий, Клей, это вирус шутка. Вирус шутка не очень опасен, может высвечивать какие-то, на первый взгляд, страшные окна. И с ним ты можешь очень легко справиться, ведь ты же хороший антивирус. Этому троллю не поздоровится. Последний вымышленный вирус Монстракса, который мы сами воспроизвели в реальной жизни, чтобы его испробовать. Чтобы избавиться от этого вируса, нужно собрать все силы Мерлока. Но их мы не создали, поэтому, Клей, тебе конец, прости. Показывай этот ролик своим друзьям. Не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. Также подпишись на канал «Знакомьтесь, Боб», с которого я спародировал свой сериал. Это очень крутой канал со своим сериалом и интереснейшим сюжетом. Также поздравляю вас с наступающим Рождеством и с наступившим 2018 годом. Клуи вас тоже поздравляют, но скоро им не поздоровится. А на этом все. С вами был Диктор. Всем удачи, всем пока.